Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о ситуации в Ливии и вокруг нее. Это у нас в гостях Ислам Кураев, политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как бы повод обратиться к Ливии – это уголовное дело в отношении Николя Саркози, экс-президента Франции. Обвинение классическое. Взял денег у лидера Джамахирии Муаммара Каддафи, обещал помочь с прорывом экономической блокады и снятием санкций, а потом отбомбился. Вот эта вот схема, она укладывается вообще в отношении Европы в данном случае и Ливии? Ну, в целом, как мы говорим, сама Ливия представляла себя некий замкнутый круг, как, допустим, тот же Иран, как сейчас мы видим. И если говорить, почему так случилось, то прежде всего Ливия была неугодна ни одной из стран, так как в первую очередь ливийское правительство отказалось от продажи своих сырьевых придатков за доллары. Соответственно, месторождений. Соответственно, началась торговля за евро. И, как мы видим, это вот нефтяная война, ее назвали в Ливии в свое время. И сам Каддафи не стал родным для Европы, так как планировалось все-таки на территории Средиземного моря там, и в этой части создать некий альянс такой, в который должна была войти Ливия как непосредственный участник, игрок важный и наряду с европейскими странами. А, то есть Средиземноморский альянс? Да, Средиземноморский альянс, который бы курировался как раз таки Францией. Но в данном случае так получилось, то что сама Франция вначале подтолкнула прежде всего Каддафи и Ливию на какие-то отчаянные шаги, в том числе вот как раз таки продажа сырья за евро. Но в последующем, как мы видим, заключение контракта и несколько лет буквально большие обороты нефтяные шли. И через пару лет мы видим революцию в самой Ливии. И ливийская революция довольно-таки интересная. Это прежде всего не религиозная, как мы обычно принято, это прежде всего этническая. И воевали арабы между арабами. А если этническое, и те арабы, как они друг друга различали? Каддафи был из арабов меньшинства, это арабы-бедуины, которые, как мы знаем, это пустынные арабы, называют еще кочевники. А арабы-городские, это которые уже сформировались как определенная этническая группа, то есть как оседлые крестьяне, можно так сказать. Я сейчас слышал, одна из проблем Ливии, что при колоссальных природных богатствах она просто оказалась беззащитной в военном отношении. Отсюда тут ее попытки сначала ядерным оружием обзавестись, потом чем-то вроде химического оружия. Но в конце концов все равно не спасло, ее как бы сломали же военными методами. Ну, сама Сирия, если посмотреть на ее демографический состав, то там население, по-моему, не более 9 миллионов человек. А сейчас сохраняется тенденция на уровне 6 миллионов. А большая часть территории охвачена как раз-таки пустынным ландшафтом. И, следовательно, контролировать данную территорию военными методами с таким количеством, в принципе, населения невозможно. И предпринять какие-то действия в отношении себя и сохранить свое правительство можно было бы только путем создания каких-то локальных региональных союзов. И это пытался как раз таки Каддафи. Но его сама система, Джамахирия, о которой мы говорим, она не предполагала то, чего от нее ждали. То есть она шла против европейской, западной системы или той же, которая сейчас функционирует на бывших странах Советского Союза. Да? И фактически он остался изгоем в данной местности. Когда во всех странах уже прошли революции, осталась только Ливия. То есть, получается, везде победил капитализм, где правильный, где оголтелый. Да. А Ливия, она все своим путем пыталась идти, с большим социальным пакетом. Это некий такой образец КНДР, но только со своими какими-то уставами и жизненными приоритетами. Опять-таки. Нет, я так понял, еще Каддафи постоянно продвигал какую-то африканскую интеграцию. В Африканском Союзе там какие-то африканские блоки.
Да, он пытался на определенном этапе создать какой-то интеграционный процесс между собой, но, как мы знаем, сам Каддафи не придерживался каких-то религиозных ценностей все же. И эта интеграция была невозможна на данном этапе. Даже если я не ошибаюсь, велись военные действия, он помогал как раз-таки в Северной Сахаре воевали представители ливийской армии. Но так посмотреть, если они ничего не добились, и все арабские компании, в которых участвовал сам Каддафи и его генералы, они все войны проиграли. Теперь вопрос, что Ливия представляет собой на данный момент? Ливия в целом как централизованное целостное государство из себя ничего не представляет, так как она разделена прежде всего по блокам, и это не только блоки имеются в виду военные, но они обусловлены прежде всего тем, что многие из них сформировались из определенных этнических, религиозных групп, политические убеждения, либо военные блоки. То есть на данный момент 70% территории закреплено как раз-таки за халифа Хафтаром. Это бывший генерал самого Каддафи. Вот как раз-таки мы говорили о Северной Сахаре, когда принимали участие. Генерал Хафтар был одним из полевых генералов. И он провалил эту военную кампанию. Соответственно, его посадили в тюрьму при самом Каддафи. И после, во время революции, его так получилось, освободили, какая-то там непонятная ситуация, он попал в Америку, после уже при поддержке Запада он как раз-таки вел военные действия в отношении самого Каддафи. То есть, и там уже более успешно, да, и там уже более успешно. Да, и теперь, когда он сумел провести революцию, вот как раз-таки он контролирует такие территории, как Бенгази, в свое время... Помню, даже американские войска там располагались, было такое. Сейчас там никого нет, и это Хафтар считается полноценным правителем данных территорий. Но сегодня такая тенденция наблюдается, то, что сам Хафтар склонен к тому, чтобы посадить на президентское кресло как раз-таки сына Муаммара Каддафи, это Сайф Ислам, которого они видят как лидера. Но неизвестно, как это произойдет в дальнейшем. А не вопрос, а как выбирать президента в децентрализованной стране? Какие у него функции будут? Вот само правительство еще заявляло то, что вот в 2011 году было как раз-таки свергнуто правительство Каддафи, в 2013 году было что-то сформировано в виде какого-то некого альянса. То есть на тот момент как раз-таки та самая оппозиция, которая сейчас сидит в Триполи, она контролировала 90% территории. Следовательно, они планировали провести некие выборы демократические, но это все откладывалось, надо было сформировать полное правительство, и это шло, и, как мы видим, то, что это случилось. В прошлом году они заявили о том, что мы готовы провести президентские выборы, но пока не выдвигались какие-то кандидатуры. То есть единственный вот заявил о своем желании, это как раз таки сын Каддафи. И я вот не понимаю саму суть, если в Ливии 6 миллионов населения, как учитывается, то каким образом 2 миллиона 500 тысяч человек изъявило свое желание проголосовать на этих выборах. Даже чисто схематически, математически вообще не укладывается никак в голове, как это возможно. Ну, то есть, получается, с одной стороны, ситуация разумна, и, получается, если кто-то будет править президенту, то будет президентом Триполи, но не Ливии. Да, не Ливии. Триполи и то, это небольшая часть севера Ливии, северо-запада Ливии, и то она местами контролируется племенами от бедуинов, как раз таки, которые поддерживали Каддафи. Это его родной город прежде всего. И сама оппозиция еще делится на два блока, если я не ошибаюсь. И поэтому там ситуация крайне сложная. Вот там только может на весь процесс повлиять сам вот халифа Хафтар.
А вот экономическая жизнь в Ливии. После окончания войны нефти она на мировой рынок поставляет больше, меньше, так же, как при Каддафи? Невозможно просчитать полные поставки нефти на Запад или куда-либо еще. Так как мы видим то, что Триполи отдельно ведет свой экономический курс, соответственно, та территория, которая контролируется Хафтаром, она имеет свои экономические выгоды. То есть здесь страна разделилась на две части. Но по факту Ливия, она играет на понижение мировых цен на нефть, потому что самый сильный полевой командир продает нефть дешевле, чем самое слабое государство. Да, соответственно, и как раз таки он поставляет все это в Европу. То есть та же самая Италия, Франция, как раз таки они непосредственно зависимы от Ливии, как мы видим. А, скажем, внешние игроки, кто на данный момент из внешних игроков проявляет интерес к Ливии и ее ситуации? Изначально самый как основной игрок числился это США, которая вот привезла халифа Хафтара в данную страну и начали революцию. И блок НАТО. То есть сами европейские страны были очень заинтересованы в этом, посадить свое правительство и за более низкие цены получать ту же самую нефть. Но как оказалось, как получилось в итоге, мы видим то, что тот же самый Хафтар, который был вроде бы подчиненным этому, но оказался вдруг сейчас пророссийским. Он закупает оружие у России, он ведет тесные экономические связи с Россией, он опять-таки начинает... Это тоже получается такая полулегальная, да, торговля? Но... Он же как бы официально никакими титулами государственными не облачен? Или это никому не мешает? Никому не мешает. То есть у кого винтовка рождает власть, кто контролирует месторождение, тот и торгует нефть. Да, у него есть возможности, он, соответственно, и ему никто ничего не может противопоставить. Как вот мы видим, да, Международный суд объявил несколько участников ливийской войны, там тоже полевые генералы, там лидеры каких-то движений, к смертной казни, но на самом деле они все вышли и спокойно осуществляют свою деятельность. Тот же самый сын Каддафи, он был приговорен к смертной казни, если, или как минимум пожизненный срок, но суд именно Хафтара, который Восточный суд, они вроде как называют его, и он оправдал полностью Каддафи и отпустил. Сделал его пригодный к президентской кампании. Да, то есть это здесь, значит, действуют какие-то, как-то они работают сообща все-таки, и эта тенденция наблюдается, очень конкретно прослеживается, особенно в последнее время на информационном поле очень часто появляется Ливия, и значит, там появляются заинтересованные игроки, тот же США, значит, лоббируют какие-то интересы. А, скажем так, социально-экономические последствия революции? То есть, ну, претензии к Каддафи были за то, что социальный пакет не устраивал население. В настоящее время социальная политика вообще совершенно не проводится или она проводится в другом формате? Вот, относительно социального блока, в принципе, экономическая часть, это все так скрыто, то, что невозможно разглядеть, что там происходит. Даже нет элементарных репортажей самой Ливии. То есть мы видим, показывают города полностью, которые разрушены, есть, которые частично разрушены. То есть везде действует некий комендантский час везде. То есть люди ходят с автоматами и все-таки готовы на любую провокацию и встретить ее готовы так же серьезно, как и они совершили революцию. То есть, а право собственности ограничено сектором обстрела из пулемета, да? То есть какую недвижимость защищаешь, то и твое. Она закреплена за тобой, соответственно. То есть... А перспективы, например, что заставляет того же Каддафи участвовать в политической жизни? На что люди надеются в такой ситуации? Все-таки ливийский народ, хоть и не весь, наверное, осознал то, что лучше было с Каддафи, чем без него. И поэтому какое-то доверие вызывает больше сам сын Каддафи, нежели то правительство, которое в Триполи, оно абсолютно ничего не делает. И вот почему эти территории так отходят легко к тому же Хафтару, опять-таки возвратимся. То есть его поддерживает местное население. Но сам Хафтар понимает то, что
никогда фактически в истории не было такого, чтобы полевого генерала ставили во главе государства. Следовательно, значит, нужна какая-то политическая личность, которую можно поставить на первый план, соответственно, она будет играть ключевую роль. А он будет уже вести свои дела и иметь те же самые полномочия, что и сейчас. То есть нужна какая-то политическая ширма, да. Причем такая привлекательная для населения. Тем более сам Каддафи, сын Каддафи, имеет значительный авторитет среди арабских племен Ливии. И еще несколько лет назад, если я не ошибаюсь, они выражали ему свою поддержку и готовы были идти за ним до конца. И вот сейчас будет как раз-таки тот переломный момент, сможет ли сам сын Каддафи, Сейф-Ислам, идти куда-то далеко и как политический лидер взять Ливию в свои руки. Но вот эта разобщенность между Триполи и Бенгази как раз-таки ставит непонятный вопрос между самой, на самой ситуации в Ливии. А что такое вопрос? Из 10 миллиардов ливийских денег, замороженных в Бельгии, 6 миллиардов пропали со счетов. Какая-нибудь новая информация по этим деньгам есть? На данный момент Следственный комитет, там, или как называется, во Франции, они ведут некую такую деятельность раскрытия этих экономических операций, но она не разглашается, к сожалению. Может быть, если в процессе дела Саркози это все всплывет, то, думаю, в ближайшее время все-таки опубликуют или обнародуют, ну, какую-то информацию. Все-таки 6 миллиардов, как ни крути деньги, они оставляют след. Это как-то пропали все. Ой, пропали, и тишина. Да, тем более в бельгийском банке. Да, то есть кто, чего. Ну, в общем, одним словом, деньги, они все-таки быстро находят хозяев после смерти любых владельцев. И, соответственно, сейчас претендовать на эти деньги сам сын Каддафи не может, потому что Международный суд ему вынес приговор. Ясно. Большое спасибо. У нас в гостях был Ислам Кураев. Мы разбирали ситуацию в Ливии. До свидания. Спасибо. До свидания.